Чувашия стала самым экологически чистым регионом Приволжского федерального округа по итогам прошедшей зимы. Национальный рейтинг обнародовала общественная организация «Зеленый патруль». Рейтинги экологического благополучия «Зеленый патруль» составляет 4 раза в год, начиная с 2008-го. Лидерами федеральных округов по итогам прошедшей зимы стали Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, Северо-Кавказский федеральный округ, Карачаево-Черкесская республика, Приволжский федеральный округ, Чувашская республика, Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Дальневосточный федеральный округ, Магаданская область, Уральский федеральный округ, Тюменская область. В общем списке национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации Чувашия сохранила 12-е место.